Сегодня в нашей библиотеке проводится акция «Письмо солдату». Четверо наших ребят – это Набиев Айнур, Нурдин и Фирус, Хасанов Ильнас, Шагдаянов Рушат – служат в вооруженных силах Российской Федерации. Служат они в разных уголках нашей необъятной Родины. Ученики 5-9 класса Старомуштинской средней школы проявили инициативу написать поздравительные письма нашим защитникам Отечества. Я тоже со своей стороны хочу поздравить их с праздником. С уважением и чувством гордости я вспоминаю и говорю о них. Я желаю им, чтобы годы, отданные на защиту Родины, были самые интересные и запоминающиеся в их жизни. Наверняка служба у них нелегкая, но очень важна для всей страны. Желаю им справиться со всеми трудностями, которые встретятся на их военном, но позже и жизненном пути.